Выезд на этюды предприняли художники Измаила 17 апреля на берег Дуная, вблизи базы отдыха Дунай. Непередаваемая красота пейзажей Бессарабского края, дунайских плавней, прекрасная солнечная погода, яркие краски, буйство весны, хорошее настроение и дружеское общение – все это сослужило мастерам кисти добрую службу. Их картины получились яркими, сочными, искренними. Каждый из участников пленэра выбирал себе местечко по душе. Кто-то расположился у воды на берегу небольшой запруды, заодно расставив удочки и поглядывая на поплавки. Кто-то ушел подальше от воды и рисовал степные пейзажи, кому-то пришлись по душе старые катера и лодки. Пленэр удался на славу. Теперь художникам предстоит подготовка к фестивальной выставке, первому этапу арт-бат-фестиваля. Выставка откроется в музее Придунавья в ближайшее время. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».